хозяйстве Комаровское Павловского района работают около 80 человек. Несмотря на то, что компания довольно большая, доярки, животноводы, ветеринары и зоотехники работают почти по-европейски. Здесь есть даже комната отдыха для доярок. При полном соцпакете трудятся и коровы. Сейчас дойное стадо – это элита черно-пестрой породы и племенной завод Красногорбатовской. Все 1500 голов встают на елочку под классическую музыку. Так надой больше заметили зоотехники. А живут красавицы-буренки в пятизвездочных по крупнорогатым меркам коровниках. Спасибо областному правительству, что нам помогает все-таки с этими программами, потому что без них мы бы не смогли ни провести ремонт животноводческих ферм своевременно, тем более строительство. И в целом вот за год поддержка, я посчитал, составила у нас 24 миллиона с области только, областная поддержка, и где-то 14 миллионов с федерации. Вот. Это для нас очень существенно, что нам позволяет все-таки развиваться. Благодаря этой поддержке доход сельхозработников за последние 3 года вырос на 60%. Теперь нет задолженности ни по зарплате, ни по налогам. Но это не самоцель, говорят здесь. Хозяйство должно расширяться и укрепляться, доходы расти. Для этого объема производства надо наращивать. Это одна из приоритетных задач на эту посевную кампанию. Мы говорили сегодня о том, что тот миллион тонн зерна, который мы вокруг которого мы ежегодно там как бы пляшем, там, но надо уже уходить от этого. Нам нужно выходить на 1,5 миллиона, на 2 миллиона тонн зерна. Сегодня для этого есть возможности. У нас 40% земель нужно вводить еще в оборот. И эту задачу тоже поставили. Сегодня в Комаровском, как в образцовом хозяйстве, обсуждают посевную. Планов на этот год много. Для сельского хозяйства он обещает быть непростым. Из-за прошлогодних дождей не получилось посеять практически половину озимых и подготовить почву под посев яровых. А план выполнять надо. Губернатор Валерий Шанцев поставил задачу за 2 года довести до 100% долю сертифицированных по евростандарту хозяйств. У нас уже сейчас 3/4 хозяйств сертифицировано по евростандарту. Вот осталось еще 1/4. Это работа, я думаю, 2 года нам, как минимум. С весны мы запускаем новую программу, когда будем на каждое скотоместо доплачивать из областного бюджета от 60 до 140 тысяч. Это тоже даст определенное стимулирование этой процесса преобразования нашего животноводства. В итоге поддержка областного бюджета нацелена на то, чтобы стало выгодно держать большое поголовье скота. А в помощь сельхозпроизводителям будет открыт ресурсный центр в Большом Булдине. И с реализацией продукции проблем не будет. В Доскине будет построен распределительный логистический центр. Он станет уникальным для России. Аналогом послушать французский рынок Ранжиз. Это самый большой в Европе рынок сельхозпродукции. Анастасия Рябова, объективно, ННТВ.